как строит мне эшафот. Мне жить осталось 25 минут. Ад заждался меня, но время быстро пройдет. Еще одна минута пронеслась. Я в последний раз сегодня съел фасолевый суп. В запасе 23 минуты есть. Всем плевать, что на душе моей кошки скребут. В запасе 22 минуты есть. Я отправил губернатору в письме пару фраз. 21 минута, как-никак. Я за мэром послал, но у него тихий час. А мне осталось 20 минут. Чтоб ты сдох побыстрей, сказал шериф весь сейчас. А мне осталось 15 минут. Я заехал ему, так что раздулась щека. Осталось 18 минут. Я к начальнику тюрьмы дозвониться сумел. Осталось лишь 17 минут. Он сказал, давай-ка завтра, у меня много дел. Осталось лишь 16 минут. Адвокат сожалел, что дело он проиграл. Осталось жить 15 минут. Коль так жалко, я ответил, так лезь в петлю, баран. Осталось жить 14 минут. Приходил священник, начал душу спасать. Осталось жить 13 минут. Он говорил про огонь, но стало вдруг холодать. Осталось жить 12 минут. Петля под мой рост. Мне жить осталось 10 минут. До последнего ждал, что свободу дадут. Мне жить осталось 10. Но это только в кино. Короче, все, мне капут. 8 минут. Вот поднимаюсь по ступенькам, остается чуть-чуть. А если быть точнее, 7 минут. Надо под ноги смотреть, ведь можно шею свернуть. Осталось ровно 6 минут. Вот стою на помосте, а на шее петля. Может, кто-нибудь веревку все же срежет, друзья? 4 есть минуты. Как на ладони в небе солнце встает, а мне осталось 3 минуты жить. Как назло, такой красивый парень скоро умрет. Так, мне осталось 2 минуты жить. Надо мной кружат вороны и стервятников тьма. 1 минуту лишь осталось жить. Ну вот и все, я закачался, до свидания, тюрьма. Спасибо.